5 раз. Вообще, я хочу сказать, что когда-то давно, когда нас знакомила с македонской музыкой Лена Христова, была такая прекрасная история. Значит, Лакоч играла на свадьбе, и Лена играла с нами. Она приехала тогда в Россию, 2006 год. Она сама македонская, да, девочка. Поет замечательная пластиночка у нее есть «Биоскопия». Да, найдите «Биоскопию» и послушайте, она прекрасна. И Лена пришла с нами на свадьбу. А свадьба была такая. 2 часа ждем гостей. Пришли гости, поиграли музычки. Гости начинают поднимать тосты. Тост 2, 3, 10, 15. Поиграли музычки, 2 песни. 15 тостов, 2 песни, 15 тостов. Лена сидит, вот так тихо складывается в уголочке, ей плохо. Говорю, а в чем дело, Лена? А понимаешь, говорит, на китайской свадьбе дело происходит так. Выходят музыканты, играют одну мелодию, сигнал для того, что можно начинать танцевать. И дальше до конца свадьбы все танцуют. Эта музыка, эта песня, которую мы только что играли, это как раз первая песня македонской свадьбы. Вот с нее, ну, греческая Македония в данном случае, окей. Предупреждать надо было. И все, и дальше. Мы как-то в прошлом году летом были в Македонии, играли. Все это видели. Да, там было замечательно, в гостинице, где мы жили, в ресторане при гостинице, собственно, была свадьба. Куда пришли, по-моему, 3 человека. Человек с маякой Касио такой... гитарист и... Вокалист был? Да, и вокалист. И они вот под эту самоиграйку тыч-тыч-тыч начали играть половину нашего репертуара. И зал встал. Зал встал и танцевал. Мы пришли гулять, как бы, они танцуют. Встали свои, значит, работники. Мы ушли гулять, они танцуют. Мы вернулись через пару часов, они танцуют. Как бы, мы, ну и как бы так далее, они танцуют.